שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח. גם אם הלילה ארוך ומפותח, כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט. הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח. בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח, גם אם אין בי אוויר. Here are a few songs in the language that you speak. И у него есть несколько песен на языке, которые вам очень хорошо понятны. Один из родоначальников жанра новой хасидской музыки. Как вам пришла идея совмещать хасидские напевы с роком, джазом и другими стилями? Хороший вопрос. Мы решили добавить немного того, что нравится людям, совсем чуть-чуть, без перебора, и стали использовать современные ритмы. Это добавило хасидской музыке современное звучание, но мы сохраняем идишскую основу. Время не меняет хасидскую музыку, а хасидская музыка приспосабливается ко времени. Где вы черпаете вдохновение? От сердца. Не всегда бывает легко, но зрители дают свою энергию, и она меня вдохновляет. Как мы знаем, у вас уже 6 детей. Кто-нибудь из них пробует себя в вашем жанре? Мы все поем. Но сейчас они заняты другими делами. Кто-то учится, кто-то работает, и я желаю им удачи во всех своих делах. Ваш концерт – большой подарок для Днепропетровска. Он был посвящен году Акин, году единства. Можем ли мы ждать ваш следующий концерт раньше, чем через 7 лет? Я надеюсь, что да. 7 лет – это очень долго, а я с удовольствием приеду снова. Приглашайте! Мы хотим еще раз поблагодарить Авраама Фрида, музыкантов, организаторов за этот чудесный праздник.